Здесь справедливо говорят, когда средний возраст жизни действительно там 75-80 лет, это немножко другая страна и немножко другой набор возможностей для пенсионеров. В любом случае, такого рода решения, кто бы их ни принимал, сегодня, завтра, по инициативе одной партии, другой партии, он должен опираться на широчайшую общественную дискуссию. В противном случае можно получить социальный взрыв.